Еще вчера они были просто школьниками, а сегодня носят гордое звание «суворовцы». Именно этим 180 кадетам судьба доверила честь стать первопроходцами. Многие из этих парней уже спят и видят себя офицерами. Я просто, когда маленький был, мечтал, что стану военным. Но не думал, что там станет так быстро. В Суворовском будут обучать на базе 5, 6 и 7 классов. Идея открыть училище появилась еще в 2020-м. И уже через 3 года новое образовательное учреждение распахнуло свои двери. Отработаны все учебные планы, все мероприятия. Педагоги, психологи отработали свои планы. Воспитатели отработали свои планы. И, соответственно, уже по этим мероприятиям мы начинаем самый тяжелый этап в жизни Суворовского училища. Это учеба. Обучение суворовцев в сфере среднего общего образования и воспитание в духе будущих воинов. Торжественная линейка прошла на площади перед главным корпусом училища, где рядом представлены 14 бюстов героев-летчиков, уроженцев региона. Из них 12 героев Советского Союза и 2 героя социалистического труда. Это авиационные конструкторы Николай Камов и Михаил Миль. Иркутск занял свою авиационную лепту. Не только в МС-21, но и все, что касается военного образования летчиков. За парты кадеты сядут уже в понедельник. И кто знает, возможно, некоторые из этих мальчишек когда-то будут с честью нести воинскую славу Сибири. Алена Артемцева, Александр Гаврилов, Наталья Ветрова, Юрий Рябчиков, Максим Романов. Новости сей час.